Перед началом введи реферальный код, указанный на экране, и получи крутой подарок. Заранее спасибо. Всем привет! Я приехал, чтобы показать вам новые способы заработка в Madut 2. Похожее видео я снимал некоторое время назад, но спустя время вышло несколько крупных обновлений и все изменилось. Поэтому поехали смотреть видос. Первый способ — это смотреть рекламу. Сейчас я показываю, какие рекламы надо смотреть для хорошего заработка. Второй способ — это прохождение заданий. Их можно проходить и зарабатывать деньги. Третий способ — это прохождение миссий. Но тут говорить нечего. Теперь самое интересное. В онлайне нас ждут три профессии. Работа полицейского. Берем машину, желательно побыстрее, и едем убивать преступников. Иди нахуй, долбоёб! Вот наша цель. И тут у нас выбор, отправить его в тюрьму или выписать штраф. Выписываем штраф. За час работы я смог заработать 700 тысяч монет. Работа таксиста. Она не менялась со времен динозавров. Нам нужно брать машину и на ней возить клиентов. Работа хорошая, но на нее уходит много нитро, и машины особо не быстрые. За час можно заработать примерно 200 тысяч монет. Дальше у нас работа курьера. На ней мы должны брать груз и возить его в нужное место. Из минусов, опять уходит много нитро и платит немного. Также новичок может ввести мой реферальный код мафиоза и получить подарки. Также монеты можно выбить из разных контейнеров, но мне оттуда выпадает мусор. Но если что, есть отдельный контейнер, в котором только монеты. Деньги также выпадают из батл пасса. Поэтому советую всем его проходить. Кстати, за пройденные задания вам дают ключи. Открывайте контейнеры и тоже получайте неплохие награды. Небольшой лайфхак для работы полицейского. Вы можете делать преступником своего друга, если он не против, или свой второй аккаунт, и выписывать ему штрафы. Такой способ хорошо подходит для прохождения заданий. Эта работа просит хорошую прокачку оружия и навыков стрельбы. Но если вам лень работать, вы можете афкашить в главном меню, но я не советую так делать. Попрошу еще подписаться на YouTube каналы моих спонсоров. Они стараются и делают качественный контент. Заходите в мой телеграм-канал. Thank you.